по звуку похоже на репчик. Давай. Что-то здесь вот лаяло. Думаю, белка, наверное. Сейчас посмотрим. Завал какой-то такой. Сейчас посмотрим. Сейчас, Алечка, посмотрим. Сейчас. Сейчас, ага. Сейчас я с той стороны подойду. Что там, да? Белка или что там? Давай посмотрим. И постучим, может быть, там. Посмотрим, да. Да, прям. Наверное, белка была. Сейчас попробуем стукнуть. Тем более березы я увижу. Березы, да. Сейчас. Смотри, смотри, смотри. Да. Надел камеру специально, потому что не знаю почему, но сука ушла на 200. Было 45, сейчас 215 метров. Ну, хочу посмотреть, куда, чего и зачем она такие круголя. Я вот, в принципе, оттуда-то и пришел. Примерно с той стороны. Вот сейчас 182 метра, 180. Ну, вот иду в ее направление, что там она гоняет. За кем она ушла, хрен не знает. Девяносто четыре метра. Что там прихватил? Сначала был 90 метров, потом буквально через минуту резко смотрю, уже 245. Вот сейчас 179 метров. Ну, иду в ее направление. Что там такое, посмотрим. Уже метров. Вот он идет. 54. Ну, кого ты там гонял? А, молодец. А, Айка, смотри, все время мокрые. Молодец, запыханная. Кого там гонял-то? А? Ну, короче, на одном месте разобрать не может. Периодически голову пробегаю вверх. Задирает. Вот. Постою, посмотрю. Обрезает, обрезает. Забегал, забегал, смотрю. И, о, резко пошла. Пойду посмотрю. Может, след свежий прихватил. И сюда опять летит. И голову кверху забирает. Вот на одном месте опять крутится, разобрать не может. Голову кверху. Здесь белка. Опять быстро, быстро, быстро полетела.
никак не разберет. Вот уже дальше обрезай. Мешать не нужно собачке, подгонять ее, искать, она сама знает, что делать.